Всем привет, мои золотые. Ну что, сегодня мы обсудим деревенский дневник многодетной мамы и канал ее дочери «Кормящая сестра». Друзья, ну вы знаете, у меня такое чувство, что Быкова смотрит исключительно хейтеров и снимает видосы для них. Потому что когда она снимала последнее видео, в общем, она рассказывает про то, что она отогнала свою вот эту вот крутую машину в сервис. И, в общем, там машину оставили, им предложили погулять. Они с Сергеем Петровичем пошли в крупный торговый центр. В общем, пошли они там шататься по нему, поели в кафешке. Быкову показала, что она съела только супчик. Кстати, друзья, она там купила себе белые сапоги. Вот, ей Маша посоветовала, говорит, что ты хочешь все время в черных ботинках, купи себе белые сапоги. Быкова их купила. Купила, причем, как я поняла, в такой хорошей фирме Рикер, потому что остальные пакеты у нее были именно оттуда. Я говорю, почему она все это показывает для хейтеров? Чтобы мы все видели, что вот, смотрите, в каком магазине типа того я обуваюсь. Магазин хороший, да, там колодка такая у них, в общем, у этой обуви полная колодка. То есть у тех женщин, у которые не вписываются вот в эту такую узкую модельную обувь, это как раз вот туда, короче, им обращаются. Надо туда, обувь не дешевая. Сапожки, они, конечно, может быть и неплохие, но они и большеваты. Они, у нее получается голенище свободно. На икрах голенище свободно, вот так, как раз трубами. Ей бы надо все-таки, знаете, чтобы плотнее прилегало к ноге, короче, большие сапоги. Но у Быковой радости полный вагон. И вы знаете, вот самое интересное, что она опять одела эти сапоги и ушла с магазина в них. У них вообще, я так поняла, это вот эта туровская фишка, когда они заходят в магазин и покупают себе какую-нибудь шмотку, то они просто-напросто ее одевают и уходят из магазина в ней. Ну, я не знаю, так поступают. Дети так поступают, когда заходят, ну, я не знаю, покупают им игрушку, либо какую-нибудь там такую одежку. И детей, да, бывает, уводят с магазина, в общем, в этих вещах. Но Быкова, вот сколько я видела, что она покупает шмотки, она реально уходит из магазина именно в них. И дочке она покупала, своей кормящей сестре Жене, вот эти вот вещи. Одели, короче говоря, и пошли. А почему я говорю, что они видео снимают для хейтеров? Потому что она, когда едет на эскалаторе, начинает типа того прикалываться. Вот, я мать-кукушка. Я такая раз такая. Ну, то есть повторяет все те эпитеты, которыми ее награждают зрители и которыми ее награждают обзорщики на обзорных каналах. Ну, то есть, хоть она и говорит, что не смотрит, конечно, смотрит, и, судя по всему, они ее очень задевают. Потому что все ее видео, она все время трындела вот об этом. Ну, в общем, она рассказывает про то, что дома у них, в общем, полный развал у них дома полный, потому что должны приехать электрики, делать им трехфаску. Она им дала ценные указания, ну, в общем, чтобы они все вот эти вот линии электрические развели. Сарай отдельно, кухня отдельно, дом отдельно. И, в общем, у них работает генератор, воды нет, ни хрена, короче, у них там нету. Вот, и поэтому ей так надоело таскаться, она так хочет посидеть дома. Вы знаете, я ей не верю. После того, как я посмотрела видео ее Жени, где она показывала, что творится у них дома, я думаю, любой нормальный человек оттуда просто-напросто всегда будет, знаете, стараться сбежать. Особенно, если ему есть куда. Вот Быкова есть магазины и там какие-то дела вот эти вот в Тамбове, не знаю, там в Мичуринске, куда она там есть на своей машине. Вот она оттуда, короче говоря, из дома и валит. И я вчера сделала такой просмотр, короче, вот этой бабули ее, бабнади, ей сделала просмотр. И я поняла, почему она все время в такой, знаете, нирване. Она последнее, по-моему, видео засняло минут на 5. Что-то там рассказывала про то, что вот сейчас она рада, что она работает в многодетной семье, и там все детки как лучики. Я смотрю на нее, и я понимаю, что она блаженная, понимаете? Я прям написала, говорю, блаженная. Вот, дальше, в общем, стих ее про Бога я слушать не стала. Но когда я посмотрела вот это видео, которое засняла Женечка, про то, как она собирает двоих детей погулять, я поняла, что выжить вот в этом, блин, муравейнике, можно только, если только, знаете, где-то у тебя мозги находятся, ну, вот как у бабы Нади. Она, понимаете, она в нирване, она где-то там, она не тут, она не с ними. Она, понимаете, ее тело с ними, а мозги где-то там далеко летают. Я вам реально говорю, она напомнила мне такую блаженную, реально. И я поняла, почему. Потому что, на самом деле, в этом дурдоме выжить невозможно. Я бы на месте Быковой не стала бы давать телефоны ее детям, потому что все то, что раньше было за кадром, сейчас они показывают, совсем, в общем, не отдавая себе отчета, что, ну, не знаю, ну, может быть, кто-то там будет восхищаться, но в моих глазах они Быкову просто-напросто подводят. Когда она показывала свои сарайчики вот этих вот коров, ой, ну, там была какая-то видимость, не то что порядка, видимость какого-то
я даже слова-то не подберу, нормального житья, что ли, хоть в сараях, ну, то есть, понимаете, как бы, если у тебя коровы стоят, тебе там зрители сарай, в сарае понастроили, как бы, все там додело, ну, значит, и ты сам такой вот человек, как бы, знаете, ну, нормальный, короче. Мне тяжело, я еще никак не сформировала вот это вот свое мнение. Теперь же, когда показывают, чего творится у них в доме, ну, во-первых, вот эта маленькая комната, там вот это вот постоянные вот эти вот ползающие дети, Вероника там. У меня, кстати, вопрос. Интересно, зачем Женя, она ведь не дурочка, далеко не дурочка, она прекрасно знает, что можно снимать, что не можно снимать. Зачем она несколько раз показывала, что в кадре ползает голая Вероника, маленькая, 8-месячная, 9-месячная Вероника, зачем она показывала, что она постоянно там ползает голая по полу. Она вполне могла эти вещи вырезать. Я думаю, что это такой, так сказать, кость для хейтеров, чтобы им было за что зацепиться в этих видосах. Она делает так уже не первый раз. У нее есть видео, где она просто молча кофту, что ли, переодевает. Ну, то есть такой молчаливый, понимаете, туда заходят зрители и начинают прикалываться у нее в комментариях над ней. А Ютубу все равно. Понимаете, это чистый хейт, хайп. То есть хайп, не хейт, а хайп. Со стороны зрителей это хейт, а с ее стороны это хайп. Она вот показала, не пойми что, народ ничего не понял. И начинает приходить к ней под видео и это обсуждать. Какая Женя дура. В общем, они прикалываются сами над собой, зрителям весело. А Ютубу все равно за что деньги платить. Он видит вот эту активность у нее на канале. Ну, то есть, понимаете, ее цель достигнута. Плевать, что ее, типа, думаю, про нее думают, что она с головой не дружит. Плевать, когда она получит зарплату с Ютуб. Ну, вы знаете, эта сумма такая кругленькая, она все это, как бы, вот это вот, как вам сказать, негативное впечатление от того, что там говорят зрители, она просто-напросто нивелирует, и все, его нет. Вот деньги, которые она может потратить на свое удовольствие, а каким способом они заработаны, там, конечно, это вообще никого не волнует. Ну, так вот, и я говорю, она могла бы спокойно, могла бы вырезать эту Веронику, не показывать, но, тем не менее, она ее в кадре оставила, и я думаю, что это именно вот для этого самого хайпа. Но вообще, если, ну, как бы не обращать внимания на вот эту вот девчонку, которая там голая по полу ползает, друзья, там выжить нереально, невозможно. Я прекрасно понимаю Быкову, которая постоянно садится на эту свою тачку и валит из собственного дома. И вы знаете, вот эта вот картинка, это антиреклама многодетности. Ей-богу, это антиреклама многодетных семей. Я когда на это смотрю, я понимаю, господи, как хорошо, Таня, что у тебя всего трое детей и нет дома вот такого кильдима. Это еще, друзья, хорошо, что сейчас вот это вот появилась баба Надя, которая вечно в нирване. Кстати говоря, возможно, именно поэтому вот эти вот две девчонки-пампушки с Украины не подают сейчас никаких вестей о себе. Они, наверное, вырвались из этого дурдома и скажут, слава тебе, Господи, не дай бог нам опять туда попасть. Там реально невозможно выжить. Там надо иметь, знаете, либо вот на самом деле какую-то кукушку в мозгах, в пулю в голове, как у бабы Нади. Что, понимаете, еще раз говорю, она это воспринимает, судя по всему, как какое-то испытание. Вы знаете, как были раньше великомученики? Они во славу Бога, Бога принимали какие-то муки, вериги, цепи на себе носили. То есть, понимаете, во имя религии. Так и это, она это воспринимает как какое-то послушничество, что ли. Я это вижу по ней, у нее совершенно безумные глаза на ее канале. Вот когда она разглагольствует о том, что она в такой семье находится, где вот эти вот дети как лучики, она счастлива. Она счастлива от этого, понимаете? Я вам еще раз говорю, она поставила себе какой-то блок в голове для того, чтобы там не сойти с ума в этом семействе. Вот она постоянно находится в нирване. Вот такое вот у меня чувство от этого всего. Конечно, да, конечно, Быкову я понимаю. Тяжко ей приходится. Сапоги ей, блин, большие. Она всячески вот пытается доставить себе вот всякие удовольствия. Но туда реально, туда возвращаться неохота, понимаете? После вот этих всех цивилизованных мест, ну, как-то вот эти вот большие магазины, та же самая баня, сауна, понимаете? Возвращаться вот в это вот. Вытащили они все-таки стол с кухни. В общем, они там и готовят, и там едят, и дети там лазают. В общем, это жизнь жестяная. Реально, это жестяная жесть. Надо же вот было организовать себе в 36 лет такую каторгу. Это реально каторга. Не надо. Никогда я не поверю, что она рада до смерти, что у нее вот такой образ жизни, что она сама себе его, так сказать, сделала и от этого счастлива. В общем, жесть. Сходите, посмотрите. Сходите, посмотрите, сделайте ей просмотр. Она так об этом мечтает. Ну, вообще, друзья, я вас поздравляю, что у вас нет 10 детей. Реально вам говорю.
что у вас нет вот таких детей, которые выставляют то, как вы живете на самом деле на YouTube. Вот, потому что там выжить могут только такие, как баба Надя, которые все время вот в этой вот нирване. Всем пока!